Привет. Хочу рассказать про нож. Китайский нож Sanremo, модель 613. Я какое-то довольно продолжительное время хотел себе приобрести нож Мкуста Money Clip, но он дороговат. На мой взгляд, стоит он порядка $70. И когда я увидел вот этот нож, я понял, что это, в принципе, полная копия Custom Money Clip. Ну, по крайней мере, внешне. Вот. А стоит он на порядок дешевле. Он стоит около $7, без учета доставки. Вот. Кроме того, мне показалось, что очень удачно на этом ноже вместо мкустовских гравировок на японскую тематику сделаны вот такие вот отверстия. Не знаю, мне кажется, очень эти отверстия напоминают отверстия на клипсах, отверстия на накладках ножей дизайна Кена Ониона. Мне кажется, это очень удачно они сперли. По-моему, нож выглядит, по крайней мере, не менее гармонично, чем оригинальный. Открывается ножик двумя руками, потому что, никакого способа его открыть одной рукой я не вижу. Удобного. Что можно про ножик сказать? Сталь здесь на ноже, в отличие от японского ножа, не там, по-моему, АУС-8. Здесь стандартная, насколько я понимаю, очень часто применяемая китайскими ножеделами, так называемая в англоязычных источниках CR-13MOV. Мы с вами понимаем, что это означает, что всего лишь что в этой стали есть все настоящие друзья хорошей коррозионостойкой и износостойкой стали. Это хром, молибден и ванадий. Ножик, у меня недавно, я чуть-чуть им что-то порезал, чуть-чуть им что-то построгал. В принципе, из коробки он был довольно-таки острый, и заточку он держит хорошо. То есть он не затупился. Да, заточка здесь 100-месочная, и спуски здесь только с одной стороны. Вот. С другой стороны все абсолютно гладенько. Тут вот есть надпись такая. Не знаю, насколько хорошо ее видно. С другой стороны, соответственно, логотип фирмы Sanremo и номер модели 613. Вот. Замок здесь. Разновидность лайнер-лока, так называемый фрейм-лок. Это значит, что никаких накладок здесь нет, и все просто замок является частью рамы. Вот. Здесь, значит, на замке имеется, замок вот вылетает вполне нормально, устанавливается, фиксируется, все хорошо с этим замком в этом смысле. На замке есть вот такой вот шарик, позволяет фиксировать нож в закрытом положении. То есть, когда нож закрыт, этот шарик попадает в луночку вот в эту на ноже и фиксирует в закрытом состоянии, что, в принципе, для такого малыша и для его одна из накладок является одновременно клипсой, так как нож практически торчит из кармана своим острием, то, что он не открывается случайно, это очень хорошо, я считаю. Минус такого решения то, что, не знаю, видно ли, как бы так повернуть. В общем, этот шарик оставляет здесь такую вот полукруглую такую царапинку. Со временем, видимо, она только будет усугубляться. Но
мне кажется, это не страшно. Да, кстати, вот единственный косяк, который на этом ноже я обнаружил, это вот у меня здесь скольчик такой небольшой на металле или вмятинка, я не знаю. Вот, в остальном нож прекрасный, прекрасно закрывается, точно так же прекрасно открывается. Мне кажется, за цену на порядок дешевле своего японского брата нож абсолютно стоящий. Тех, кому может нравиться, но кусается мкуста, я могу отлично рекомендовать попробовать вот этот ножик за $7. Чтобы понять реальные размеры ножа, я вот положил рядом с ним зажигалку, потому что ладони у всех разные, руки у всех разные, трудно оценить размер ножа в чужой руке. Вот для сравнения зажигалка. Сейчас ножик открою, чтобы увидеть сравнение. Вот такого он размера.